Чуваши прошли 36-е всероссийские соревнования на призы народной газеты «Хыбары», открытый чемпионат и первенство республики по гиревому спорту. Сильнейшие гиревики соревновались в разных возрастных группах и весовых категориях. Выдержка, терпение, сила воли. 200 гиревиков из районов Чувашии и 11 регионов России два дня выходили на помост. Сильная половина соревновалась в классическом двоеборье и толчке по длинному циклу, девушки в рывке. Состязания проводились с гирями весом 16, 24 и 32 килограмма. Анастасия Александрова, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы. С каждым годом улучшает результаты. На самом деле это стереотип, что это не девчачий вид спорта, потому что в Европе гиревой спорт очень популярен и считается фитнесом в основном. Это у нас в России так уж привыкли, раз уж тяжести, значит, это мужское. На самом деле нет. Гиревой спорт – это техника и выносливость. Нисколько не сила. У мужчин, да, наверное, вот для меня толчок – это чуждое упражнение. Там сила, конечно, 64 килограмма выталкивать нужна. Но в рывке 24 килограмма только выносливость и техника. Главное в гиревом спорте – физическая сила, выносливость и систематические тренировки. Каждый гиревик стремится сделать как можно больше рывков или толчков, пусть даже с меньшим весом гири. Вес выбирается по твою подготовку, сколько ты сможешь сделать. И, ну, если брать большие веса и ты делаешь их мало, то не рекомендуется, потому что это, ну, не имеет никакого смысла. Лучше брать маленькие веса, и чем больше раз ты делаешь, тем лучше для тебя. Я пробовал брать гири 32 и 30 килограмм, но результат меня не удовлетворил. Я делаю мало, поэтому я, ну, спустился также до 28. Хорошая подготовка и правильная тактика помогли сборной команде Чувашии занять первое место во всероссийских соревнованиях. Вместе с ней на пьедестал почета поднялись команды Кирова и Санкт-Петербурга. Абсолютными чемпионами на призы газеты «Хыбар» стали Олег Щербин из Самары и наша спортсменка Анастасия Александрова. Егор Демышев из Кирова установил мировой рекорд среди юниоров. А в чемпионате и первенстве республики по гиревому спорту сильнейшей стала команда столицы Чувашии. Татьяна Трофимова, Юлия Важенина, Валерий Рюзюков, Республика.